Дым от крупных лесных пожаров на востоке страны добрался до соседнего региона. Плотное облако заволокло Жетысускую область. Местное население просит сохранять спокойствие и надевать на улице маски. Густой едкий дым накрыл сразу 5 районов и областной центр Талдыкорган. Из-за серого смога, жалуются жители, тяжело дышать, а на дорогах плохая видимость. Спасатели просят людей с заболеваниями органов дыхания и пожилых не выходить без надобности из дома. Дальнейшая ситуация в регионе будет зависеть от погодных условий, в частности, от направления ветра. К слову, сейчас порывы доходят до 22 метров в секунду. В нашей области на сегодняшний день сохраняется третий класс пожарной опасности. В ряде районов, допустим, в Панфиловском районе 4 класс, максимальный класс 5 класс пожарной опасности. В данное время все силы и средства подразделений департамента ПЧС приведены в высокую боевую готовность, направлено указание во все лесные учреждения, акиматы районов и городов об ограничении доступа населения в лесные массивы именно в выходные дни,